Глава 18. «И явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли и сказал: „Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего, и принесут немного воды, и омоют ноги ваши, и отдохните под сим деревом, а я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши, потом пойдите в путь свой, так как вы идете мимо раба вашего“. Они сказали: „Сделай так, как говоришь“. И поспешил Авраам в шатер к Саре и сказал: „Поскорее замеси 3 саты лучшей муки и сделай пресные хлебы“. И побежал Авраам к стаду и взял теленка нежного и хорошего и дал отроку, и тот поспешил приготовить его. И взял масло и молока и теленка приготовленного и поставил перед ними, а сам стоял подле них под деревом. И они ели. И сказали ему: „Где Сара, жена твоя?“ Он отвечал: „Здесь, в шатре“. И сказал один из них: „Я опять буду у тебя в это же время в следующем году, и будет сын у Сары, жены твоей“. А Сара слушала у входа в шатер сзади его. Авраам же и Сара были стары и в летах преклонных, и обыкновенное у женщин у Сары прекратилось. Сара внутренне рассмеялась, сказав: „Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение? И господин мой стар“. И сказал Господь Аврааму: „Отчего это рассмеялась Сара, сказав: „Неужели я действительно могу родить, когда я состарилась? Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и будет у Сары сын“. Сара же не призналась, а сказала: „Я не смеялась“, ибо она испугалась. Но он сказал: „Нет, ты рассмеялась“. И встали те мужи и оттуда отправились к Содому. Авраам же пошел с ними проводить их. И сказал Господь: „Утаю ли я от Авраама, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. И исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем“. И сказал Господь: „Вопль содомский и гоморский велик он, и грех их тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко мне, или нет, узнаю“. И обратились мужи оттуда и пошли в Содом. Авраам же еще стоял пред лицом Господа. И подошел Авраам и сказал: „Неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Может быть, есть в этом городе 50 праведников? Неужели ты погубишь и не пощадишь место сего ради 50 праведников в нем? Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы то же было с праведником, что с нечестивым. Не может быть, от тебя, судья всей земли, поступит ли неправосудно“. Господь сказал: „Если я найду в городе Содоме 50 праведников, то я ради них
пощажу все место сие». Авраам сказал в ответ: «Вот я решился говорить владыке, я прах и пепел. Может быть, до 50 праведников не достанет 5. Неужели за недостатком 5 ты истребишь весь город?» Он сказал: «Не истреблю, если найду там 45». Авраам продолжал говорить с ним и сказал: «Может быть, найдется там 40?» Он сказал: «Не сделаю того и ради 40». И сказал Авраам: «Да не прогневается владыка, что я буду говорить. Может быть, найдется там 30?» Он сказал: «Не сделаю, если найдется там 30». Авраам сказал: «Вот я решился говорить владыке, может быть, найдется там 20?» Он сказал: «Не истреблю ради 20». Авраам сказал: «Да не прогневается владыка, что я скажу еще однажды, может быть, найдется там 10». Он сказал: «Не истреблю ради 10». И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом. Авраам же возвратился в свое место.